строишь отношения после того, как ты меня кроешь матом? Или что? Я не хочу. Ради негатив, пожалуйста. Можешь отстать от меня. Нет, я не могу. Тогда отстань ты от меня. Хорошо? Или друг от друга, тогда отстань. Хорошо, сейчас соберу. Будем прорабатывать тогда те моменты, чтобы не сходиться, работать над собой, сдерживать себя и так далее. Потому что такое лицемерное и поведение вруна меня... Я предала. Ух ты, какая жертва несчастная. Реально? Честно было по отношению ко мне. А серьезно? Анечка, я не хочу вообще с тобой в негативе в одном, не хочу негатива. А зачем же ты тогда с таким негативным человеком сходишься? Я тебя люблю, вот и все. Мне не стыдно сказать, что я люблю, что совершаю ошибки. Стыдно, тебе стыдно, ты сидишь на лобном и говоришь, что... потому что ты от меня отказываешься, ты сказала, что ты не хочешь быть со мной, ты присматриваешься ко мне. Я не знаю, что я не хочу, я знаю, что я присматриваюсь.